Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатару Васикипасиндхавача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайти Гирим Яткипатамахам Банде Парамананандамадхавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наром Чайва Нароттамам Девим Сарасватим Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Титхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ятпад Паллавана Качандамани Чатай Биспуриджита Гамапикапавадушва Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамути Сарадхикамай Када Кипам Кару Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодато, санкетана таней капитару камала хитакшо, вишам бару дижа бару жугодхарма пало. Банде Йогат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхаванурупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманийя Джата Калапам Гаури нирантара вибуши твабам бхагам Нараяно пьямананга мадапхарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Ваги шаджасва бадане Лакшмир ясача вакшаси Ясястихиде самби твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare. Ой, Диндиардханатха, Матхуранатха, Кадавалакаши, Хидем, Тадалока, Катарам, Дайто, Бхумайте, Ким Карами, Ахам. Gaurya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, Gaurya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказала, что мы гауди и наша единственная обязанность служить тем в Раджавасе, те, кто чувствует разлуку с Кришной на Бенгале. Говорится так. И это наша обязанность служить как Гауди. Это наша обязанность служить тем в Раджавасе. Те, кто чувствует огромное чувство разлуки с Кришной, день и ночь они плачут. О Кришна, где же ты? Парад Паракхилешвар Шри Чайтанья Махапрабху являет такую лилу. И по милости Радхарани, это чувство Радхарани, то, что она не может жить без Кришны, без Враджендранандана, по милости Радхарани, это прямое чувство явилось в сердце Мадхавенда Пурипада. Мадхавенда Пурипад плачет. И вот его состояние очень такое, очень острое. Шрила Прабхупад сказал, мы гауди, для нас Нилачал Дама — это наивысшее место Випраламха Бхавы. Это сказал Шрила Бхактина Такура, но Прабхупад, он повторяет его слова. Бхактина Такура хотел сказать, что это Нилачал Дама, Срикшета, там, где мы можем найти Махапрабху в Нилачале. Все время Махапрабху является Випраламха Бхава, все его действия, то, что он говорит, идет, что-то делает, все он делает для того, чтобы научить нас. Вы видели Шри Чайтанья Аштаке такие слова. И вот эта шлока. Есть еще одна шлока. И вот, чтобы дать урок, научить, что такое Рупануга Баджан, Рагануга Баджан, чтобы показать нам, Махапрабху совершает все эти действия ради блага Рупануга Баджана. Мудраму Падишам. То есть он делает нечто, что сложно понять внешне.
он своими примерами, своими словами он показывает. И Бхактивинода Такур говорит, это Нилачалдама, это наивысшее место Випраламбхабавы. Обычно мы знаем почему. Мы слышали, что Вриндаван — это место Випраламбхабавы, да. Навадвипдхама также Випраламбхабава. Почему Махапрабху, он и то же самое, что есть Гаурадхама, это есть Враджадхама. Такое же чувство разлуки. Представление может немножко иное. И мы знаем достаточно давно, что Вриндаван Дхама — это место Випраламбхабаджана, а вы говорите, еще что-то? Нет. Это не новое. Шрила Бхактивинода Такур, седьмой Госвами, он показывает нам, что вы можете войти в эту глубокую философию, вы можете осознать, почему Шрила Бхактивинода Такур говорит. Поскольку Пурушоттам Дхама — это то место, где Нилачал Враджа Мадхури, мы знаем, что это Пурушоттам Дхама, Нилачал Дхама, но в самом Нилачале все чувства разлуки прямо явилось в Гауранге Махапрабху. Мы можем получить двойное благо, поскольку... Двойные последствия можем получить, если Радхарани может подумать, что она женщина, то Гауранга — это Татававаста, он сам Кришна. Гауранга — он сам Кришна. Но он хотел понять, что Радхарани чувствует к нему, но до тех пор, пока я не приму форму Ашрая Виграхи, я не могу осознать изначально Ашрая Виграха — это Радхарани. И вот изначально Ашрая Виграха — это Радхарани. И Кришна, он решил забрать, украсть цвет ее тела и бхаву, и явиться. На самом деле, это наивысший пример. Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. Такой уникальный пример, несравненный и уникальный. Радха Говинда, их объединение. Внешне Махапрабху, он показывает, что я с Радха Бхавы, с Гопи Бхавы, Манджари Бхавы. Время от времени он меняет эти Бхавы. Иногда Радха Бхава, иногда Бхакта Бхава, иногда Манджари Бхава. Я время от времени рассказывал о них во время Гура Пурнимы. Это очень обширная тема, мы должны обсудить многое, но жизнь коротка. И вот это наверняка то, что Гауранга Махапрабху и Радха Говинда, когда они явились на этой земле и отправились с Нилачала к Кшетру, чтобы проявить сильное чувство разлуки, это очень важно для нас. И такое чувство, я думаю, никто никогда не проявлял. И вот Пурушоттам Дхама, Нилачал Дхама — это наивысшее место, где мы можем почувствовать чувство разлуки по милости Гауранги Махапрабху. Я начал с этой шлоки, которая описывает чувство Мадхавенды Пурипада. Но, несомненно, наша Гурварга, она показывает, что это Кришнадас, и также говорит Кришнадас Кавирадж Госвами. Это чувство, это прямое чувство Радхарани, и так или иначе, по милости Радхарани, оно явилось. Будьте уверены насчет этого. Наша Гаудия Гурварга, Шрила Бхактивинода, Шрила Прабхупада, они говорят,
что Мадхавинда Пурипад, его чувства, эта шлока она описывает основной фундамент Гаудия Бхаджана. Эта шлока, которая произнесена Мадхавинда Пурипадом, это основа Гаудия Бхаджана, Випраламбха Бхаджана, без которого Гаудия Бхаджан, он ничто. И Бхактинанда Шрила Прабхупад говорит, то чувство Мадхавинда Пурипада, чувство Радхарани, которое явилось в нем, это чувство, это шлока, Шрила Прабхупад говорит, это основа всего Гаудия Бхаджана. Поскольку наш Гаудия Бхаджан с начала до конца это Бхаджан, это Випраламбха Бхаджан. Гаудия Бхаджан значит с начала до конца вы должны плакать день и ночь. О Кришна, о Гора, день и ночь. Гаудия Бхаджан значит пытайтесь понять. Гаудия Бхаджан значит, что мы очень... Это не значит, что мы очень счастливы, есть много денег в банке, еще что-то. Это комфортная жизнь, это не Гаудия Бхаджан. Я никогда не чувствовал, что моя жизнь в полной безопасности, хотя... Это очень сложно для меня найти кого-то, кто может помогать мне в моей гуру-севе. Я практически один, не могу сказать один, но гуру-варга помогает мне. Достойных помощников сложно найти. И тех, кто может понять, кто я, если я говорю сурово харикатху, какие-то люди не могут этого потерпеть, но это проявление моей любви. Когда я говорю какие-то жесткие слова вам, это проявление моей любви, но не все понимают этого. И вот эта шлока, произнесенная Мадхавинда Пурипады, это фундамент, основа Гаудия Бхаджана, без которого Гаудия Бхаджан – ничто. Гауранга Махапрабху в Нилачалдаме являет прекрасные лилы, Випраламбха лилы. Но в начале всего я должен осознать, что такое Випраламбха, как достичь того уровня, где же это Випраламбха Бхава находится. Радха-ятра – это проявление Випраламбха Бхавы. На самом деле, в этом материальном мире, если мы встретимся с кем-то и почувствуем влечение к этому объекту, то постепенно и вот в Гите такие слова говорятся. И вот в Гите говорится, когда вы приходите в соприкосновение с каким-то объектом или человеком и разовьете влечение к нему, то тогда вы не сможете потерпеть разлуку с ним. И то есть вы привязались к кому-то, развели такую привязанность, если вы... вам вынуждены оставить этого человека, то чувствуете разлуку. Даже какие-то алкоголики или курящие, если их попытаться заставить прекратить пить или курить, они не смогут так просто оставить. Разве правда, что без алкоголя они не могут жить, но не чувствуют так? Alcohol, you can live or not? Idiot.
Вот общение, что значит общение, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, общение значит обмен прити. Если что-то и вот как говорится в шлоке в Упадешамрите, то есть если мы будем обмениваться этими шестью вещами, то мы привяжемся к этому человеку. Капил Бхагаван говорит своей матери. В начале всего, чтобы начать ваш баджан, вы должны все ваши органы чувств вытащить из привязанности к материи, пока вы не выведете ваши чувства от привязанности к материи, то начать баджан будет невозможно. Шрила Прабхупада приводил пример, был один лодочник, он обкурился чего-то. И вот свадьба была, его наняли для того, чтобы он этих людей перевез на лодке к какому-то месту. Вот они, в общем, вечером собрались, сели на лодку. Но все были пьяные, поэтому... Вот все в 7-8 вечера где-то они сели на лодку, собрались плыть и уснули. А лодочник начал грести. И так всю ночь греб. Но забыл отвязать эту лодку. Якорь вытащить забыл. И вот они гребли всю ночь. И когда солнце взошло, увидели, что они там же находятся, откуда собирались плыть, и видели, что забыли якорь вытащить, и лодка ни на дюйм не уплыла. И наше состояние также похоже на это. Мы думаем, что мы совершаем баджан, но наша привязанность к материальным вещам, она сначала должна быть вырвана. Пока мы привязаны, то вопрос начала и продолжения баджана, он глуп. Получится как с тем лодочником, который забыл вытащить якорь, всю ночь греб и никуда не приплыл в итоге. В Харикатхе на Хинди Махарадж объяснял подробно. Если вы понимаете хинди, вы будете удивлены, насколько обширная тема с различных точек зрения. Я обсуждаю, никто не заинтересован,
чтобы изучить с Гуру Бхагавой вместе, следовать. Многие хотят находиться в Майе. И вот вначале всего мы должны развить концепцию Випраламбхи, я уже сказал. Любой объект, любой человек, с которым мы общаемся долгое время, мы привязываемся. И тогда в этом случае этот объект или человек, если его отделить от нас, то мы чувствуем какое-то беспокойство. И это концепция материальной разлуки. Например, наша дочь умерла, и родители чувствуют огромное горе. Это материальная разлука, которая естественна для всех. И без идеализма. You must get in link with such a source which has connection with that Guru Dham. Чтобы совершать подлинный баджан, мы должны иметь связь с тем источником, который имеет непосредственную связь с Вайкунтхой. А если у нас нет такого гуру, такого сада, то что толку? Просто будет какая-то пустая трата времени. И вот, что такое Випраламбха есть? Обычная материальная разлука. В Гите, в той шлоке, я объяснял Махараш, объяснял на хинди. И обязанность ума — это размышлять. Читта Махапрабху, читта сравнивает с магнитом. Или на Веданте это сравнивается с озером. И все, что приходит, находится перед зеркалом, но отражается в нем, и обязанность читты сердца, оно подобно магниту. И все, что магниту зеркала, то есть оно привлекается и отражает то, что увидели. Кто-то повторяет анник и думает о чем-то постороннем. И поэтому люди результат не получают. И таким образом мы попали в такую проблему. Будхи — это наш предводитель, он решает, нужно что-то обрести или не нужно. И аханкар значит, что мы думаем, что мы тело, думаем о себе, как о материальном теле. Без ложного эго никто не может жить. Ложное эго может быть позитивное, негативное. Что такое позитивное эго? Джива Сварупаха Кришна Ранитита, то, что я слуга Кришны, это позитивное эго. А негативное эго значит, люди думают, что у меня много денег, того всего. И я профессор или еще кто-то.
Кто-то думает о себе как о великом саду, это тоже ложное эго. И саду всегда думает, что я никто. И вот сейчас вы поняли, как вы попали в какие-то проблемы, почему вы не можете совершать совершенный баджан. И вот суть в том, пример я привел с материальной разлукой. И также, если вы чувствуете разлуку к трансцендентному Наме, Даме, Парикару и всему остальному, что связано с Верховным Господом, Его преданными, если вы чувствуете Випраламбху, разлуку с трансцендентным, то это очень хорошо, это нечто прекрасное. Может, люди могут сказать, что когда ваша дочь умирает, вы плачете, а если вы плачете, и если Гурудев или Вайшнава уходит из этого мира, мы тоже плачем, но разница есть, если мы плачем о наших материальных родственниках, это наша обусловленность, но если мы чувствуем разлуку с Намой, Дамой, Вайшнавами и Гурудевом, это значит, что мы достигли успеха в нашем баджане. Мы должны чувствовать разлуку с Гурангой, Нитьянандой и нашей Гурваргой. И такая разлука — это очень хороший знак, Махапрабху говорит. Махапрабху говорит нам, Махапрабху говорит из-за смирения о себе, что у него нет никакой любви к Кришне, но все же, почему же плачешь о Кришне? Я выражаю свою неудачу. И по крайней мере, я плачу, я пытаюсь. Без Кришны, как я живу? Гокишвардас Бабаджи Махарадж говорит так называемым грихастха саду, что вы сегодня ели? Вы где живете? Живем мы тут. С женой приехали сюда, и говорит, моя жена живет здесь вот отдельно, а я вот здесь в 2 метрах отдельно, все отдельно у нас. И что правда? А что вы едите? Ну вот жена готовит, вместе готовим. И вот готовят мунгдал и эти баклажаны. И Гокишвардас Бабаджи Махарадж сказал, что вы не можете совершать баджана. Почему? Потому что вы... Это пример приводится для тех, кто пытается вести отреченный уклад жизни и в то же самое время живет и ест то, что готовит ему жена, и получается, что хотя живут вроде отдельно, а если едят вместе, то
отречение не получается. И когда Махапрабху показывает, что я плачу, чтобы выразить мою неудачу, что без Кришны, как я живу. Гаудишвадаса Бабаджи Махарадж говорит, как ты мог есть эти баклажаны? Если Кришна потерян, Кришна, наше сокровище потеряно. Если кто-то теряет 100 тысяч рупий, очень жалит об этом. Но иногда можно видеть, что так называемые саду слишком привязаны к своему почету и прочим материальным вещам, что забывают о Кришне. Только внешняя одежда — это не признак. Это не признак продвижения. Нужно совершать баджан, нужно жить идеальной жизнью, чтобы наш характер был идеален. И тогда это принесет нам подлинную вайшнава пратиштху. Все спутники Махапрабху, они обрели вайшнава пратиштху, они не материальные. Они не стремятся к материальной пратиштхе. И вот сейчас вы поняли чувство Махапрабху. Чувство Махапрабху, как Махапрабху плачет перед Радха-ятрой Гундича Марджана. Я не буду это говорить, времени мало, но хочу прикоснуться к этой теме. Гундича Марджан значит очистить ваше сердце. Марджан на санскрите, а на бенгале значит очищение. И вот Гундича Марджан Махапрабху хочет показать, что вы должны очистить ваше сердце перед тем, как призвать Кришну. Перед тем, как призвать Кришну, вы должны очистить ваше сердце. И потом молиться Нитянанде Баларама. Анантадев может прийти и воссеть в вашем сердце. И после этого вопрос призвания Кришны возникает. Не до этого. В любой храм, который мы... Как, например, любой храм, который собирается быть основан, сначала нужно совершить поклонение Бхуме, земле, потом призвать Анантадева, и после этого можно начать только строительство храма, таковы правила. Если храм Анантадев, все... Анантадев олицетворяет собой абсолютно все. Храм, одежду, священный шнур и всю остальную дхаму, где находится Кришна, его падаки. Все это Кришна. Все Баларама. Баладев, он служит Кришне с бесчисленными способами. Я особо говорю некоторыми, но бесконечными способами. Нитянанда Баларам, Анантадев, они служат Кришне, нашему Господу. Хари Ананта, Хари Рупа Ананта, таким образом. И вот Гундича Марджан значит очистить наше сердце должным образом и призвать Нитянанду, чтобы он воссел в нашем сердце, и после этого вопрос призвания Кришны возникает. Если наше сердце скверно, то Баларам не может явиться там. Если Баларама нет, то поскольку в основе Анантадева, я много раз говорил, в основе Анантадева можно вместить Бхагавана. Анантадев служит основанием, куда можно вместить
Джаганатха Бхагавана, если наше сердце оно мало, то туда никакой Господь не вместится. Анатадев, он бесконечен, настолько огромен, что сам Господь может находиться в нем. А в нашем сердце пребывает концепция «я» и «моё», всякая политика и прочие материальные вещи. Конкуренция какая-то. То есть кто-то может захотеть стать ачарьей, но одобрен ли этот ачарья Нитянанды? То есть ачарья не только должен пост завоевать, но и быть одобренным свыше. И таким образом, с помощью Гундича Мандир Марджана Махапрабху хочет показать, как очистить наше сердце, чтобы призвать Джаганатха. И что это? Сваруп Госай. Он ачарья всего Гаудия-вайшнавского общества. И эта концепция там или нет, я не знаю. Весь мир. И сейчас идеализм. Иногда можно видеть, что люди много проповедуют, но главный вопрос, следуют ли они принципам Сварупа Госая? Воплощают ли они в жизнь Сиддханту Сварупа Госая? Могут ли они показать, что их проповедь одобрена Сваруп Госаем? Может, кто-то знаменитый проповедник, то тоже но воплощает ли он в жизнь принципы Сварупа Госая? Некоторые могут много говорить, но что толку от таких разговоров? И вот Радха-ятра, сейчас мы приходим к Радха-ятре, этот праздник Радха-ятры. Те, кто невежественные, для них это праздник колесниц, можно потянуть колесницы, поесть жареного дала и прочих угощений. Многие люди, участвуя в Радха-ятре или еде во Вриндаван, это для них один из видов наслаждения. Если это им сказать, то они обижаются. Они не пришли совершать баджан. Если вы пришли совершать баджан, то я могу увидеть и сказать, что вы действительно пришли совершать баджан. Вы не сможете дурачить меня. Я вижу, кто пришел совершать баджан, а кто ради какой-то другой причины. И вот вы должны понять, на основе Анантадева
можно вместить Анантадева, то есть Анантадев может вместить Джаганатха, и, соответственно, перед тем, как какой-то храм или что-то делать, сначала призывают Анантадева, и потом уже Джаганатха, который может находиться на Анантадеве. И мы можем развить прекрасные отношения с Кришной. Если мы пытаемся обрести какую-то связь с Кришной без Анантадева, то это невозможно. Бхагаван, он бесконечен, а мы очень малы. И поэтому Анантадев приходит к нам в форме Баладева, в форме Гурупад Падме. Баларам приходит к форме Гурудева Вайшнава. И я хотел сейчас рассказать об одной сиддханте, потом вернемся к Радхаятре. Когда Гундича Мандир Марджана происходило, и Махапрабху провозгласил, что Сварупа Госвами И вот Махапрабху провозгласил внутри Гундича Мандира. Был такой случай, что Махапрабху, он ясно показал, что Сварупа Госвами, он наш лидер всего Гауди Вайшнавского общества, я имею в виду всю ответственность за все Гауди Вайшнавское общество я даю в твои руки. И откуда мы это знаем? Когда Гундича Мандир Марджана происходило, в этом случае, там один простой гаудия пришел к Махапрабху и, не спрося ничего, он начал лить воду на лотосные стопы Махапрабху. Подошел к горшку воды и омыл так лотосные стопы Махапрабху. Махапрабху разгневался: почему так делаешь? Это храм Бхагавана. О, глупец, надо тут другим заниматься. Позови Сварупа. Да, я тут, смотри, твой гаудия, он шутит со мной. Ты должен позаботиться о всех гаудиях. Смотри, он омывает мои стопы водой. Что мне теперь делать? Внутри храма он мне омывает стопы. И это оскорбительно. Пытайтесь сделать что-нибудь с ним. Скажи, что не нужно так делать. Смотрите, Махапрабху сказал, твой гаудия, он шутит со мной, ты должен контролировать его. И Махапрабху сказал. И вопрос в том, вся сиддханта, все, что мы делаем в гаудия обществе, и все зависит от одобрения Сварупа Госвами. Если наша ачарья твани или наши слова, наши книги и харикатха не одобрены Сварупа Госвами, то тогда мы не авторитетные ачарья. Может, весь мир он может вам выражать почтение, но что толку от этого? Вначале мы должны быть одобрены Сварупа Госвами. И пока вы не получите одобрение от Сварупа Госвами, ваша авторитетность не авторитетна. И вот в читании Чайтамрите нас Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, очень сокровенную сиддханту насчет Расататвы, и источник всего приходит от Сварупа Госвами. Поскольку Сваруп значит полностью Гауранга Махапрабху, он Сварупа значит Сварупа Госвами значит полностью Гауранга Махапрабху находится в сердце Сварупа Госвами все время.
во Враджа-лиле, он Лалита Сакхи. Он все время служит. Может, мы можем обнаружить, но мы не видели, что Сварупа-гасай служит Махапрабху все время, что он совершает киртан Харикатху. Но Говинда, он всегда служит. Готовит, дает прасад Махапрабху, может, Говинда знает Сиданту лучше, чем Сварупа-гасай. Махапрабху. Может, Говинда знает Сиданта лучше, чем Сварупа-гасай? Такой вопрос. Как Шрила Прабхупада, смотрите, не служит Гаура-кишора с Бабаджи Махараджа прямо. Мы не видели, что Шрила Прабхупада служил Гаура-кишору Бабаджи Махараджа, не готовил, ни посуду стирал, ни посуду не мыл, ни одежду не стирал. И где же признаки того, что он его близкий спутник? Про кого можно сказать, что он близкий спутник? Как Сварупа-гасай, он ближайший спутник Махапрабху. Почему? Поскольку сердце Махапрабху полностью явилось сердце Сварупа-гасая. Сердце Рупа-гасвамипада, оно все Сиданта, все явилось в сердце Рупа-гасвамипада. О Рупа-гасвами мы знаем такие слова. Рупа-гасвамипад, он не отличен от Махапрабху. Сердце и от Сварупа-гасая, источник Гаудии, Випрарам Прабхупаджана приходит. Сиданта Вичара никогда не зависит от нашего образования или еще чего-то. Сиданта Вичара никогда не зависит от нашего образования и еще чего-то. Нет. Сиданта — это не какая-то гимнастика, не какая-то тренировка. Сиданта — это не гимнастика. Это Сиданта может явиться внутри вашего сердца, если вы полностью находитесь в преемственности Шрилы Бхактивинода Тхакура, Гаура-кишора Бабы, все наши гуру-варги. Если вы отклонились, то, несомненно, я могу сказать, что кто-то отклонился от пути нашей гуру-варги. И все, что они достигли в жизни, это все ложно. И когда мы оставляем связь с гуру-варгой, все кончается. И вот Радха-ятра, во время Радха-ятры. Шриман Махапрабху вместе со всеми своими спутниками с сердцем полным боли. Почему? Радха-ятра вроде хороший праздник, но поскольку чувство Махапрабху такого, он отправился в Курукшетру, и чувство Махапрабху таково, что Кришна ушел из Вриндавана, и мы не можем видеть лотосные стопы Кришны. Из Вриндавана он ушел Матхуру с Матхурой в Двараку. И вот Джива Госвамипад говорит в различных местах, я не хочу упоминать те шастры, поскольку те могут читать эти шастры, не имея должной квалификации. И вот там говорится, что чувство огромной разлуки в Враджаваси, я начал с этого.
служить лотосным стопам тех враджаваси, которые чувствуют огромное чувство разлуки, их сердце оно плачет от такой разлуки. И Шрила Прабхупада часто говорил, мы должны прославлять Ашарататву, как мы не должны быть сахаджами, не говорить о Рагануга Рупануга Баджане открыто. Шрила Прабхупада много раз говорил об этом. Вы должны прославлять Татву, Ашарататву, Гуру Варгу. Махапрабху также вы проявляли Ашарататву, хотя он Верховный Господь, но все же он проявлял такую лилу Ашарататву. Джива Госвами Пад хотел показать, что нет никакой разлуки Кришны с Враджаваси, нет. Но как вроде сейчас сказали, что есть, но Джива Госвами Пад говорил об этом, но согласно тонкости Сиддханте, они никогда не находятся в разлуке Враджаваси и Кришна. Но физически может быть, да. Но физически может быть разлука, что Кришна уехал куда-нибудь в Матхуру или в Двараку, но в тонкой форме Кришна никогда не покидает Вриндаван. Кришна всегда с ними внутри Вриндавана. Но внешне его не видно. Кришна в тонкой форме, он смотрит и хочет почувствовать вкус их випаламбха бхавы. И вот теория Сиддханта випаламбхи в том, что если мы никогда не встречаемся ни с какими, то есть если мы не встречаемся с чем-то, с человеком или с явлением каким-то, то с этим объектом мы не можем чувствовать никакой разлуки, поскольку мы его не видели, еще не привязались. Поэтому вопрос о разлуке не возникает. Это невозможно. Вначале всего должно быть, мы должны общаться с этим объектом, и потом привязаться к нему, и потом только чувство разлуки. Может быть, а если мы не видели, не слышали, не чувствовали ничего, то как мы можем чувствовать разлуку с этим? Без милона, без встречи, без общения, без отношений мы не можем развить чувства. То есть сначала мы имеем какую-то связь с неким объектом, и потом только разлука возникает в случае расставания, иначе этого невозможно. И потом как кто-то может плакать о Кришне, если они никогда не видели Кришну, не чувствовали его присутствия, просто непонятно, как получили дикшу и все на этом. И многие плачут, жалеют о каких-то материальных вещах, поскольку у них есть привязанность к ним. Мы не знаем, кто такой Кришна, мы никогда не видели Кришну, даже через Харикатху мы не... Через Харикатху мы должны получать общение с Кришной, через Харикатху гуру и вайшнавов, но такого не происходит, и как мы можем чувствовать випраламбху? И вот сейчас Махапрабху, Джива Госвами Пад говорит, да. Враджаваси, они плачут о Кришне, они знают, что Кришна, он сокровище. Все уникальные качества Кришны явились внутри Кришны, когда Кришна ушел в Матхуру.
И когда же можно видеть твои лотосные стопы? И вот мы не могли видеть Кришну долгое время, но Джива Госвамипад говорит, что через чувство разлуки автоматически Кришна может явиться в нашем сердце. Когда мы чувствуем разлуку, Кришна может явиться внутри нашего сердца и внешне, вроде разлука, а внутри милон встречи. Понимаете? Когда мы думаем, что Кришна внутри нашего сердца, а когда мы думаем о Кришне, то Кришна является в нашем сердце. Где же разлука? Но внешняя разлука может быть, и эта внешняя разлука, она погружает их в океан страданий. Внешне мы можем видеть, что в Раджавасе они отделены от Кришны, и такая разлука, она помещает их в океан разлуки. Но когда мы чувствуем огромную разлуку с Кришной, то Кришна, он является в нашем сердце, и через Випраламху мы можем получить общение. И через Випраламху мы можем получить общение с Кришной. И вот постепенно я буду говорить о Радхаятре. И вот Радхарани, и все в Раджа-гопи, они плачут в разлуке, они хотят встретиться с Кришной. Они узнали, что Кришна пришел на Курукшетру, и это полпути от Вриндавана, если пойти на Курукшетру, то посередине будет Дварака, примерно посередине. И вот все в Раджавасе, включая Йешоду, Нанду, они все пошли, чтобы встретить Кришну. Кришна — это их сердце, без Кришны они не могут жить. И вот они достигли Курукшетры, чтобы вернуть Кришну домой. И вот они хотели вернуть Кришну домой. Но поскольку без Кришны они не могут жить, и также Кришна пообещал перед тем, как уйти в Матхуру, Кришна, он говорил перед Враджавати, особенно перед Враджа-гопи, я могу прийти очень быстро, решив проблему в Матхуре, я приду. Почему вы плачете? И очень скоро я приду, но обещание это было неправильно. Согласно Дживи Госвами, Кришна скрыто пришел. Кришна пообещал Враджавасе и Враджа-гопи, что я приду вскоре, вы потерпите немного. Но ушел, значит, ушел и не вернулся, и тогда они пошли на Курукшетру, чтобы Кришну вернуть домой. И с этим чувством Радхарани, с чувством Радхарани, Махапрабху плакал и плакал, и не мог ничего сделать. Он совершал киртан в 20. И вот Махапрабху танцевал и перед Джаганатхом плакал и говорил. И вот он и прославлял Кришну, и
и слезы текли по его щекам. И все преданные вокруг Махапрабху, они бы как будто попали под дождь из этих слез Махапрабху. Махапрабху настолько сильно плакал и совершал киртан Джаганнатха, что слез Махапрабху очень высок был, и преданные они были омыты этими слезами Махапрабху. Раджа Пратапарудра и все другие преданные, как Каши Мишра. Или как гуру Раджа Пратапарудра, они смотрели издалека. Махапрабху танцевал в семи сампрадаях, и внезапно Йога Майя Махапрабху, согласно желанию Йога Майи, Махапрабху, Йога Майя явила уникальную лилу, что это. Они обнаружили, что Махапрабху танцует в семи сампрадаях одновременно. Никто не видел. Только царь Пратапарудра, Кашимиша Савабхаума и несколько других. Они видели Махапрабху танцует одновременно в семи различных группах. В каждой группе их лидер и преданные, как Вакрешава Пандит вел одну группу. Другой преданный вел другую группу, и так всем групп с мридангами. И вот в киртанах такие слова говорится, Бхактина Такур плачет и говорит: я хочу видеть это, я хочу назад. Я хочу вернуться во времена Махапрабху и во времена Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджи, Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджи, когда они, плача, смотрели Лина Джаганнатха, Шанта Госвами Махарадж пел киртан: я хочу вернуться в то время. Если вы можете вернуть меня в те времена, то я буду очень счастлив, иначе нет. И в то время они смотрели, как Махапрабху танцует в семи сампрадаях одновременно. Но это не было видно. Согласно желанию Гуранги, Йога Майя, она дала возможность видеть только нескольким, не всем. Все лидеры сампрадай в различных группах, в смысле эти... Было несколько групп преданных, которые совершали киртан, и они сампрадай называются, и они видели, что Махапрабху танцует с ними, хотя Махапрабху танцевал со всеми, но участники этих групп видели, что Махапрабху танцует только в их группе, а не в других. И только несколько преданных видели, что Махапрабху танцует одновременно со всеми группами. И это чувство, описанное нашим Рупа Госвами. Одна Ратха-ятра. Санатан Госвами смотрел. И вот Санатан Госвами ушел во Вриндаван. Он был на одной Ратха-ятре, потом во Вриндаван ушел. Рупа Госвами Пад тоже участвовал в одной Ратха-ятре. И в том году был Рупа Госвами Пад, и вот он участвовал в ней. Он танцевал и пел с Махапрабху. И внезапно Махапрабху увидел Кавья Пракаш,
чувства разлуки, описанные Махапрабху, вот эта шлока. Кавья Пракаш шлока Махапрабху хотел сказать о ней, чтобы обрести чувство разлуки. Рупа Госвами Пад немедленно понял, что это великая милость, и он понял чувство Махапрабху. О. Он понял, с каким чувством Махапрабху говорит эту шлоку. О, Сакья, о, друзья, тот же самый Кришна, когда мы встречаемся в Двараке, в Курукшетре, точнее, они расплакались, они не смогли потерпеть, не смогли увидеть Кришну, только слезы текли их из их глаз. Чтобы увидеть Кришну, им нужно было вытереть глаза от слез. И вот Радхарани, она расплакалась. Они не могли сказать ничто. Чувство Радхарани, Рупа Госвами Пад смог осознать это чувство сочетания Махапрабху. И вот мой ум хочет унести Кришну во Вриндаван, а здесь так много хаоса, так много проблем, различные цари, такое царское обранство, слоны, верблюды и прочий хаос. Я не хочу быть здесь, я хочу забрать Кришну в спокойный Вриндаван, хотя сам Кришна, хотя тот же самый Кришна, но все же я хочу забрать Кришну во Вриндаван. Это достойное место, где мы можем являть свои лилы с Кришной. Мы можем служить ему должным образом, а это недостойное место, где много Яшода, Нанда Баба, Васудев, все здесь. Но это не то место. Мы хотим собрать Кришну во Вриндаван, где только этим, где просто простая природа, Ямуна, песок на берегу Ямуны, прекрасная природа, и там мы можем танцевать с Кришной, любить его. Мы хотим обрести все это. В Чайтанья Чаритамрите говорится. Кришнадас Кавираджа Госвами, он дает нам чувство Радхарани. О, Кришна! Я хочу забрать тебя назад во Вриндаван. Если ты можешь отправиться с нами назад во Вриндаван, тогда мы поймем, что ты милостив к нам полностью, и тогда мы подумаем, что действительно ты милостив к нам. Другие люди, что в их уме, они думают о... А то, что они думают одно, говорят другое, делают третье. Но мой ум, он не отличен от Вриндавана, и мое сердце не отлично от Вриндавана, а другие люди, они все разное, говорят одно, делают другое, а в их сердце третье.
но у меня мое сердце, мой ум, все не отлично от Вриндавана. Я могу открыть свое сердце, и вы увидите, что там только Вриндаваны, нет ничего иного. Мой ум, мое сердце, они не отличны от Вриндавана, о Господь. Значит, наверняка я не такой, как другие люди. Мое сердце и ум, все это не отлично от Вриндавана. И тогда, если ты пойдешь с нами, то тогда мы поймем, что ты по-настоящему милостив к нам, а без тебя мы не можем жить. Это чувство пришло к Махапрабху, и Рупа Госвами Пад, он осознал и описал это в стихах. Он написал это в форме этой шлоки. Эта шлока была обнаружена Махапрабху после Радха-ятры. Однажды Махапрабху отправился в дом Харидас Такура, и когда Рупа Санатана, они там находились, в Баджан-Кутире Харидас Такура, Рупа, а там крыша была такая, ну, соломенная, из бамбука. И вот он написал на пальмовом листе эту шлоку, положил под крышу, и Махапрабху пришел и спросил, где же Рупа? Рупа ушел. О, Харидас, как ты поживаешь? И вот Махапрабху посмотрел наверх, там какой-то лист взял, что это такое, посмотрю. И увидел, что там прекрасная шлока, кто это написал. Махапрабху, когда прочел это, он начал плакать. Это написано Рупа. Рупа, как Рупа мог осознать мое сердце? Я пел этот киртан перед Джаганатхом, он осознал мое сердце и написал портрет моего сердца в стихах. Как это возможно? Сварупа Госвами сказал, действительно возможно. Он может осознать твое сердце. Ты находишься внутри его сердца, чтобы показать всю Сиддханту. И он осознал все это. Ты пролил на него свою милость, полную милость. Рупа Госвами обрел полную твою милость. О Прабху, Рупа обрел всю твою милость, и поэтому он понял твое сердце. Насколько это прекрасно. Как это возможно было для Рупы понять мое сердце? О Сиддханте, я хочу сказать другую Сиддханту, чтобы вы поняли, что если вы ожидаете, что кто-то великий преданный, но он не знает никакой Сиддханты. Если кто-то говорит о каком-то преданном, и вот Махарадж говорит Сиддханту об одной Сиддханте, как это все осознать. И вот Чайтанья Чаритамрите говорится, и вот здесь говорится, что мы не должны лениться о осознании Сиддханты. Мы должны прийти к чистым Гуру Вайшнавам, чтобы узнать Сиддханту. Без Сиддханты вы не можете войти на путь Баджана. Чтобы знать Сиддханту, значит получить доступ.
на путь Баджана. И вот это Сиддханта у Сиддханте. Если мы не знаем Сиддханте, то мы не сможем войти на путь Баджана. Если кто-то не знает Сиддханте и заявляет о себе как о великом преданном, это глупо. Если кто-то говорит о Сиддханте, это значит, что несомненно у него есть бхакти. Проявлять Сиддханту, подлинную Сиддханту, это есть бхакти. Я уже много раз говорил, можно вспомнить, когда мы обнаруживаем Сиддханту в практической форме, это сева, это практика преданности. А когда эту севу мы представляем в форме философии, это становится Сиддханта. И вот Сиддханта и сева, они не отличны друг от друга. В этом уникальность Сиддханта. Сиддханта и сева, они не отличны друг от друга. Когда мы находим Сиддханту в практической форме, это зовется севой. Когда мы видим севу в философии, это зовется Сиддханта. Понимаете? И вот это... Глупо, если кто-то заявляет, что Магурудев великий преданный, но никакой Сиддханта не знает, Харикатхи не может говорить. Это глупо. Гуркишвардас Бабаджи Махарадж, он, смотрите, внешне не образованный, но всю Сиддханту знает. Это не зависит от образования нашего или еще чего-то, как Гуркишвардас Бабаджи Махарадж не имел. Внешнее образование, но Сиддханту он знал. Я могу пример привести, даже 5-летний мальчик, как вот в случае с Адвайта Гасаем, я вчера говорил об этом, Ачютананда, он играл, был маленьким мальчиком, и играл где-то на улице, и когда кто-то спросил Адвайта Гасая, кто гуру Чайтанья Гасая, тот сказал его гуру Ишвар Пурипад. И Ачютананда сразу сказал: «Отец, ты авторитетная личность, что ж ты говоришь? Почему ты так сказал? Кто же может быть гуру Махапрабху? Он Верховный Господь, он сам Кришнам Банде Джагадгурум». Можно сказать, что Крипа, он Крипа Патра, он обрел его милость. О, мой отец, ты... Адвайта Ачарья был очень доволен словами этого мальчика. Сказал, ты сказал правильно, кто может быть гуру Шри Чайтанья Гасая, который сам Кришна с Радха Бхавы. Кришнам Ванде Джагадгуру. Из Упанишад мы знаем. Кто такая Радхарани? Он и Кришна. Кто Кришна? Это и Радхарани Саэваса. Саэваса. Кто такой Кришна? Он Радхарани. А Радхарани, она есть также Кришна. Они не отличны друг от друга, согласно Веданте Шакти. Шакти Матур Абьет и Кришна. Кришнам Ванде Джагадгуру. И это правильно. И если буду продолжать говорить эту сокровенную философию, это займет долгое время. И вот Рупа Госвамипад пишет таким образом Махапрабху. Был очень доволен, увидев эту шлоку. Это после Ратхаятры случилось, но в тот же день. Сейчас мы вернемся к той лиле. И вот когда Радхаятра происходила, Радхаятра Махапрабху, и царь Пратапарудра, и все остальные были там. Махапрабху был очень счастлив.
царем, доволен царем Пратапарудрой, поскольку царь, он подметал дорогу перед Джаганнатха. Махапрабху был очень доволен им. И вот Махапрабху хотел пролить на него свою милость. И, но это невозможно милость показать прямо. Махапрабху так много хотел показать нам. И вот Махапрабху, и этот царь ждал времени, чтобы обрести милость Махапрабху. И когда колесница остановилась, никто не мог сдвинуть Радху с места, и царь. Он организовал слонов и лошадей, но все же они не смогли. И вот слоны пытались, их били, чтобы они шли, но колесница не сдвигалась с места. И Махапрабху засмеялся, что это. И после этого все ушли, и Махапрабху сказал: «Я могу тянуть Радху. Посмотрим, любит ли меня Джаганнатха или нет». Смотрите, он сам Джаганнат. И Махапрабху со всеми своими преданными пошли туда, и преданные взяли эту веревки, канаты, и начали тянуть Радху, а Махапрабху пошел сзади и начал толкать, и она поехала. И вот, когда Махапрабху головой прикоснулся к колеснице, и Радха-ятра начала двигаться достаточно быстро. И вот когда Радха-ятра доехала до Гундича, Махапрабху решил отдохнуть в саду Джаганнатха, Джаганнатха в Лабхудьяне. И Махапрабху пошел в этот сад, лег на земле, чтобы отдохнуть. Смотрите, Бхагаван отдыхает. Там был прекрасный ветер, дул с океана. И Махапрабху решил отдохнуть под деревом. Преданные тоже там отдыхали. И тем временем, по вдохновению Махапрабху, царь Пратапарудра пришел, чтобы встретиться с Махапрабху, но не смог. И вот он пошел к Кашимишре, Сарабхауме, Бхаттачарье, не проблема, не бойся. Они сказали, что просто этот Пратапарудра пошел и взял пыль с лотосных стоп Махапрабху. И вот Кашимишра, Сарабхауме, Бхаттачарье, они позволили, сказали, что Махапрабху сейчас спит, и не, пока он спит, можно взять пыль с его лотосных стоп, поэтому иди, не бойся. Но очень хорошо, если ты прочтешь какую-то шлоку из Гопи-гиты. Раджа Пратапарудра вспомнил шлоку из Гопи-гиты и пошел к Махапрабху, начал ее произносить, вот эту шлоку. И вот Махапрабху, не приходя в сознание, кто-то
царь пришел и начал массировать его стопы и петь. И вот Махапрабху закрыл глаза и сказал: «Кто? Кто ты? Кто дает такое сокровище Амриту? Я бедный саньяси, мне нечего тебе дать, нечего отблагодарить, по крайней мере, я обниму тебя». Махапрабху знал, что он царь, но явил незнание, поэтому обнял его. «Внезапно ты пришел ко мне, чтобы даровать мне такой нектар, и я хочу отблагодарить тебя». И вот Махапрабху говорит, что мне нечего тебе дать, я хотя бы обниму тебя, я такой бедный саньяси, ты мне дал столько амриты. И таким образом Махапрабху явил такую лилу, как будто Махапрабху не знал, что он царь, иначе из Сиддханта Махапрабху, согласно шастрам, никто не должен прикасаться и общаться с царями, женщинами и прочими богачами. Много раз я говорил об этом, об этой Сиддханте. Это более опасно, чем распитие яда. И вот говорится, те, кто нишкинчан саду, те, кто находится в отреченном укладе жизни, домохозяева. Это более общаться с материалистами более опасно, чем общаться с чувством наслаждения, стремиться к наслаждению для отреченных, это более опасно, чем употребление яда. И вот те, кто хотят совершать подлинный баджан, те, кто следует нишкинчан бхаве, они не должны общаться с женщинами с чувством наслаждения, не должны общаться с царями. Это тоже запрещено для саньяси. И таким образом мы должны понять, что такое Радха-ятра. Я могу долго обсуждать ее, но я ограниченно говорю, но все же я недоволен. И пытайтесь помнить всегда эту шлогу, с которой начал. Ой, дин дярдонат, ой, матуранат, кадаврак, кадавалакаши, хидам, тадулуку, кадрам, дайто, брахмати, ким, дайто, брахмати, ким, карами, ахам. This loko, you should remember, also you should remember, на према гандхасти, дарапи ме хару, татапи крандами, совхаггаварам, пракаситам, яд бангси, биласанану локанам, вина, бибарми, прана патанга кана бита. Банча Калпатуруши Кипасинды Бхавиша, Пачитанан Павана Бхавишна Бьонама. Over and again you can hear, whole life you will have to hear, whole life. И вот эту харикатху мы должны снова и снова слышать, чтобы спастись. Не будьте заняты материальными вещами. Наше решение харикатха. Можно. And here I go to save yourself. This is my request.